Кирилл, это я. Поставщики немерено задрали цену. Они знают о наших проблемах. Еще пару недель, и мы встанем. Нам срочно нужны деньги. Свободных средств нет? Нет, я все сама лично перепроверила. Что Леокадия говорит? Леокадия Иосифовна написала заявление об уходе и слегла на больничный. Крыша бегу с корабля. Ну что, рассказывай, какие еще приятные новости есть. Давай, говори. Кирюш, я не хотела тебя расстраивать, но ты все равно узнаешь. Хаджава переметнулся к Баравичу. Мерзавец. Ну, не надо так расстраиваться. Ты же от него избавился. Теперь пусть Баравичу его вредит. Ну, ты понимаешь, просто теперь придется к Паршину идти, деньги просить так не хочется. Да, я слушаю. Это Туганов. Тут проблема с вашей женой. Похоже, она решила от вас уйти. Что? Она собирает вещи. Кирилл? Куда ты собралась? Ухожу от тебя. К папе. Я больше не могу терпеть твоей грубости. Ясно? Ясно? Пусти. Иди. Меня сейчас все бросают. Что? Меня сейчас все бросают. Я думал, что хотя бы ты будешь в трудную минуту рядом со мной. Если бы ты знала, как мне сейчас тяжело, сколько проблем, как я устал. Ты меня обидел. Я знаю. Очень сильно обидел. Я знаю. Мне стыдно. Я не идеальный. У меня есть недостатки, но я люблю тебя. И вот теперь ты уходишь, правильно делаешь. Я абсолютно тебя понимаю. Я вот хотел тебе подарить это просто так. Наверное, ты теперь от меня не примешь. И правильно сделал. Я тебя не брошу. Слышишь? Я тебя не брошу и не предам никогда. Я просто не могу тебя делить ни с кем. Хочу, чтобы эта Вика оставила нас в покое. Все будет. Все будет. У нас все впереди. Мы же любим друг друга. Да. Мы любим друг друга. А вот это колечко мне нравится. Красивая. С россыпью. По поводу Вики. Ты приняла абсолютно правильное решение. Но. Все-таки да. Но. Тебе нужно было посоветоваться со мной. Я вот сейчас здесь
немного с делами разгребусь, и мы вместе поедем за детьми. Ну, ладно. Вау. Ты только ей об этом не говори, хорошо? Хорошо. Пусть это будет для нее сюрприз. Ладно. Ну, давай. Давай. За нас. За нас. А теперь давай... Хорошо. За любовь. Ой, как горько. Кирилл Валентинович, можно вас на минуту? Да бог с ними, господи. Секундочку! Одно мгновение, и я вернусь. Я жду тебя. Ты только это, ты только папе не говори ничего, не нужно его расстраивать. Человек уже не молодой, здоровье может подвести. А я не собиралась расстраивать папу. Я тебя обожаю. Все. А я тебя обожаю. В общем, тут к вам одна рвется, похоже, из блатных. Говорит, что по поводу Вики. Примите ее. Из блатных, говоришь? Ладно, приму. Слушай, есть такое дело. Проследи, чтобы жене давали алкоголь в неограниченном количестве, понял? Если собирается к отцу, ни под каким предлогом не отпускай, а сообщи мне. Понял? Ладно, давай свою блатную. Проведите ее в холл. Нравится? Шикарно. Только не по мне. Тесноватенько. А я свободу люблю. Вы Кирилл? Валентинович. Хотите за вашу бывшую знать? Я с ней на нарах парилась. И у меня для вас веселенькая история имеется. Ну, ты говори, а я послушаю. Хм. Обижаете, уважаемый. Мне для того, чтобы вас найти, потрудиться пришлось. Да и в домик к вам кого попало не пускают. Я тебе скажу, а ты меня кинешь. Давайте по-простому. Вы мне бабки, а я вам информацию, а? По рукам? Ну, так ведь и я же не лох. А тебе, как я посмотрю, кроме твоих тюремных баек, рассказать-то и нечего. Поэтому выведите ее и проследите, чтобы ее на порог больше не пускали. А как насчет Приморского? Стоп. Ручки убери. Продолжай. Яхта Кирилла примерно в этом месте стояла. В прошлую поездку Никитич, рыбачий капитан, вот на это место указал. Подожди. Угу. Скажите, вы можете остановить вот здесь, в этой точке? Да, хорошо. Спасибо.
Погода портится, надо торопиться. Вы готовы? Ищите резиновую лодку. Она должна быть к мотору привязана. Хорошо. Вот уж и сокровище. А я грешным делом думал с них тоже разжиться. А насчет лодки вы зря стараетесь. Ее давно уже течением в море унесло. Да и не найдете вы ее на такой большой территории. А мы попробуем. Так, на дне что-то есть. Ну-ка, покажи. Вот, смотрите. Главное, чтобы штормить не начало. Нашли что-нибудь? Нашли старую деревянную лодку. Нет, это не то. Я ж говорил, что не найдете. Да. Не вешай нос. Мы же не рассчитывали на быстрый результат. Так, ребят, когда отдохнете, давайте тогда вон у той скалы поищем, хорошо? А, ладно. Слушаю. Федор Алексеевич, Вика в Приморском. Вот как? А я и не знал. Я хочу, чтобы ты ее остановил. Я? Ага. А я здесь при чем? Послушайте, наши совместные дела закончены. А со своими вы разбирайтесь сами. Заткнись! Заткнись и слушай, старый козел! Мы с тобой навсегда повязаны, понял? Если она на меня что-то нароет и на меня заведу дело, я тебя за собой потащу! Нашли что-нибудь? Нашли какую-то лодку. Не знаю, ту ли. Но у нас воздух закончился. А лодка? Не волнуйтесь.
Сейчас заменим баллоны и вытащим. А к лодке мы буй прицепили. Отлично. Федор Алексеевич, каким ветром вас к нам занесло? В такую погоду приехать не поленились. А вы что здесь за подводные работы проводите? Да то не работы, пшик. Хлопцы лодку утопленную для барышни шукают. Ну и как успехи? Нашли какой-то хлам. Да не уверены, то ли. Ладно, давайте сворачивайтесь и к берегу. Разве мы делаем что-то противозаконное? Или, может быть, у вас есть личный интерес, чтобы я эту лодку не нашла? Нет. Просто для проведения подводных работ требуется разрешение. На дне могут быть очень важные артефакты. А ты, видимо, ничего не понял, раз снова сюда приехал. Ты смотри, я шутить не люблю. Федор Алексеевич, ну не лишайте куска хлеба, дайте заработать. Я что сказал? Ныряние запрещено. Что не ясно? А кто не согласен, давайте за мной в КПЗ. Поехали. Вот холера. Возвращаемся. Молодой человек, ну подождите, так же нельзя, мы же с вами договаривались. Нет, ребята, ничем помочь вам не могу. А вас действительно береговики конвоировали? Да. Кстати, вы же предлагали ваши услуги. Мы хотим арендовать катер. А мой катер турфирма до конца месяца зафрахтовала. Так утром же он у вас свободный был. Ну, а теперь занят. Понятно. Ладно. Пойдем. Занят. Ребята! Ребята! Что? Тут такое дело. В общем, никто в нашем городе вам катер не даст. Угу. Не хотите, значит, с Прохоровым связываться? Он здесь закон. Захочет, штрафами задавит, а то и катер может отобрать. Да, в общем, найдет к чему прицепиться. Спасибо. Пойдем. Главное, ты обратила внимание, как Прохоров быстро подсуетился? Мужики-то и нырнули всего ничего, а он уже тут как тут. Может, Данила успел рассказать? О чем? О том, что мы с тобой отдыхать приехали? А Прохоров с береговой охраной подвалил, как будто хотел на горячем нас застукать. Ну да, действительно. Но тогда только Кирилл мог ему позвонить. Только откуда он узнал? Только один человек был в курсе нашей поездки. Нет. Нет, нет, Карина никогда бы так не поступила. Мы с ней столько пережили, я доверяю ей. Да ты так и меня начнешь подозревать. Время покажет, кто из нас прав. Так, согласуйте мое расписание командировок со временем заседаний. Да, и перенесите интервью. Хорошо, Леонид Григорьевич. Ну, только не говори, что ты по мне соскучился. Что опять случилось? Леонид Григорьевич, ну… Так, сколько? Нам нужно только на закупку сырья и восстановить поголовье. Дороговато ты мне обходишься, зятек. А на поверку одни убытки. Но вечно тебя угораздит. Пойми, упаси Боже, журналисты начнут копаться в нашей семье. Подробности мусолить. К черту, закрыть бы твой комбинат. Простите. Леонид Григорьевич, вам пора ехать в аэропорт. Иду. Ладно, деньги получишь. Чего не сделаешь ради любимой доченьки. Кстати, как там она? Ну, все хорошо. Хорошо. Вернусь из округа, поговорим. Хорошего полета. Катер мы можем из другого города пригнать. Только погода наладилась. Аквалангиста бы найти. Не найдем, сама буду нырять.
Я доставала рапану с большой глубины. Бабушка из них сувениры делала для туристов. Тогда еще жива была. Надо же. А я глубины боюсь, представляешь? В детстве с пацанами в омут ныряли, и я на дне за корягу зацепился. Чуть не остался там, так испугался. Ну вот так всю жизнь и боюсь. Все время барахтаюсь на мели, как собачонка. Ну что, море вроде успокоилось. Завтра можно будет нырять. Осталось только катер найти. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Ренат. Азамат Захирович хочет поговорить с вами. Здравствуйте, Азамат Захирович. Я в курсе ваших поисков и хочу вам помочь. Много лет Кирилл издевался надо мной. Превратил меня в инвалида. Страх к нему въелся в мою кровь. Но я не хочу, чтобы мне было стыдно, когда я предстану перед Всевышним и перед моей Фариде. Вот ключи. Возьмите мою лодку, она стоит на третьем причале. И пусть вам помогает Аллах. Да, и еще. Ренат даст показания на следствии, как и обещал. Спасибо вам. Хоть так, но я поквитаюсь с Кириллом. Спасибо вам, Азамат Закирович. Даже не знаю, как благодарить. Спасибо. Да, да, Карин, привет. Привет, как дела? У нас все хорошо, даже очень. Я потом все расскажу, хорошо? Ну, я рада за тебя, подруга. Ну, давай, не пропадай. Пока. Давай. Даже не верится. Пойдем. Ну, чё? Она не остановится. Я это точно знаю. Теперь она пойдет до конца. И Прохоров, этот старый козел, совсем хватку потерял. Короче, сделаем так. Ты полетешь в Приморский и исправишь все то, что ты здесь накосячил. Другого варианта нет. Вы же сами говорили, что... Что я говорил? Что меня заподозрят? Ну, так вот ты как раз в Приморском. И обеспечишь мое алиби. Потому что на момент убийства я буду здесь, в Москве. Понятно? Что ты молчишь? Что-то не нравится? А раньше мне идти на такой риск? Раньше ты таких вопросов не задавал. Что-то изменилось, да? Ну, одно дело устроить несчастный случай в столице. Такому здесь никто не удивляется. А лететь в Приморский и светиться там – это другое дело. Ну, к тому же у Вики там помощник. Может случиться так, что и его придется... Да. И Прохорова. Он слишком много знает. А ты за это получишь такой парашют, что ты сможешь приземлиться с ним в любом месте за границей и жить долго и счастливо. Ну? Или мне найти другого исполнителя?
И не звони мне на мобильный со своего телефона. Федор Алексеевич, приветствую. Я вам здесь своего человечка посылаю. Проблему решать. Вы уж будьте любезны. Примите его, не сочтите за труд. Хорошо. Где же этот буй-то? Видишь его? Да нет пока. Да, будет обидно, если мы его не найдем. Ой, смотри, вон он, видишь? Да, да, вижу. Так, подплывай. Еще чуть-чуть. Давай, давай, глуши. Все, собирайся, дальше я сам. Угу. Главное успеть, пока море спокойное. Успей. Успей. Почти готова. Давай помогу спуститься. Ага. Трос держи в руках. Ага. Дерну три раза, тащи меня наверх. Хорошо. Маску. Держи. Ну что там? Похоже, действительно лодка Кирилла. Мотор привязана. А его в камнях заклинило. Ага. Да еще и в сетях все запутано. Вытащить никак не могу. Черт. Паршиво, что помочь тебе ничем не могу. Да ты все равно не смог бы. Для ныряния навык нужен. Зато ты мне здесь помогаешь наверху. Ну да. Подожди, ты отдохни хотя бы. Я ждать не могу. Нужно все успеть, пока погода нормальная. Не испортилась. Ладно. Вы от Кручинина? Да. Поехали. Thank you.
выручила. Все, больше ты туда одна не полезешь. И вообще на сегодня хватит. Погода портится. А лодку-то мы не подняли. Завтра достанем. Предлагаю заночевать на берегу. Нам в городе лишний раз светиться не нужно. А завтра с утра со свежими силами все сделаем. Ты как? Нормально. Ладно, поехали. Давай руку. Спасибо тебе. Даже не знаю, что бы без тебя делал. Взаимно. Без тебя плавать никогда бы не научился. Ключи? Карта. Я там отметил, где будет Вика с помощником. Лодку бросите прямо за бухтой. Оттуда легко до аэропорта добраться. Лодка краденая. Искать начнут через сутки. Все. Ты куда? С нами поедешь? Нет. Мы так не договаривались. Ну-ка в лодку, живо. Вика, если холодно, может, пересядешь ближе к огню? Нет, нет, мне не холодно. Просто мне страшно здесь. Кажется, что из-за скалы вот-вот мертвый Семен появится. Не бойся, пока я с тобой, тебя никто не тронет. Ни живой, ни мертвый. Так, ну, по-моему, наш обед готов. Смотри. Так. Так. Держи. Спасибо. Вкуснотища. Приятного аппетита. Спасибо тебе. Скажи, а ты был женат? Сейчас в разводе. Жена сбежала от меня, когда я еще опером работал. Достало, что меня никогда нет дома. Ух, я помню, злился тогда на нее. Переживал. Считал, что она меня предала. Нет, но теперь я ее понимаю. Ты же ушел из полиции. Помириться с ней не думал? Нет. Ну, по большому счету, она действительно предала. Ну, не меня, наши отношения, нашу любовь. Да и в полицию я, возможно, еще вернусь. Николай вон зовет. Мы с ним по жизни вместе. С армией еще. В десантуре служили. А я, когда все закончится, заберу детей и приеду сюда, в Приморский. Построю большой красивый дом на берегу моря. И будем здесь жить. Николас об этом мечтал.
Он был очень хорошим другом. Я очень ему благодарна за все. А в твоем доме найдется местечко для меня? Мне тоже эти места очень нравятся. Я не против обсудить этот вопрос. Странно, должны были быть здесь. Ну и где их теперь искать? Давай в бухте посмотрим. В бухту? Хорошо. Похоже, они здесь. Шалаш. У большого камня. Видите? Все, я возвращаюсь. Убери его. Здравствуй, милая. Пойдем. Пойдем. Стоять. Беги. Вика, беги. Да. Андрей. Я сейчас Вику найду и вас в больницу переправлю. Дай телефон, своих вызову. Держите. Береговая охрана. Прохоров.
Помогите! Помогите кто-нибудь! Я здесь! Вика! Андрей! Вика! Андрей! Я здесь, Андрей! Вика! Слава Богу. Ну и напугала ты меня. Как ты себя чувствуешь? Нога болит. Наверное, ударилась, когда падала. Погоди, покажи. Тихо. Вик, может, в больницу? Да нет, пройдет. А ведь на нас охранник Кирилла напал. Туканов со своим помощником. Да, я их узнал. Туканов, похоже, ускользнул, а этот второй умер на месте. Виском о камень ударился. Полиция определила как несчастный случай. А лодка? А лодку аквалангисты подняли, не волнуйся. Так что теперь у нас есть реальная улика. В той расщелине я видела… Да, там останки обнаружили. Видимо, долго там пролежали, пока не опознаны. Да, Прохоров в больнице в тяжелом состоянии, но в сознании. И он срочно хочет с тобой поговорить. Ну, тогда поехали к нему. Подожди, Вик, а как твоя нога? Ты сможешь дойти? Доковыляю как-нибудь. Помоги. Сейчас только переоденусь. Хорошо, хорошо. Так мы же с тобой отдыхаем уже здесь почти месяц. А ты молодец, почти не хромаешь. Вот здесь аккуратней. Давай помогу. Спасибо. Вот так. Только недолго, он слабый, большая кровопотеря. Хорошо, спасибо. Здравствуйте.